Итак, налюбовавшись красотами Туртула, мы двинулись к следующему месту нашего маршрута. И, проехав через живописные холмистые территории, мы очутились возле мостов в Станчиках. Как у вас впечатление от поездки? Отлично. Среди заповедных холмов и озер возле деревушки Станчики на севере Мазурского края находятся заброшенные железнодорожные мосты – виадуки, ветки Голдап, Житкемы. Длина этого виадука 200 метров и высота 36 метров. Бетонные конструкции с великолепными архитектурными пропорциями разделена на равные 15-метровые арки. Сам виадук украшен элементами, похожими на декорации римских акведуков Пон-де-Гар во Франции. Отсюда и происходит название строения акведук Раментенской пущи. Это самые высокие сооружения на протяжении всей этой ветки железной дороги и одни из самых высоких в Польше. Оба моста Акведука и Северный и Южный считаются памятниками архитектуры начала 20 века. В настоящее время мосты открыты для посетителей ежедневно. Лучшее время для поездки с 8 до 22 часов. Билет стоит 8 злотых обычный и 5 злотых льготный. Кроме этого, здесь можно купить за 10 злотых небольшой кусочек традиционного польского лакомства сикача, которое делается вручную по старым рецептам и технологиям. Аппетит к этому времени мы накатали, посему сделали эту покупку. Это были единственные объекты, строительство которых началось еще до Первой мировой войны. После войны, в связи с изменением границ и политической ситуацией, строительство этой магистрали потеряло смысл. Однако было принято решение закончить ее как локальную магистраль. Сами мосты больше не строились, все ограничивалось хозяйственными постройками. Опоры из деревянных брусов, затопленных в бетоне, виадуки были сооружены в 1926 году. Есть документальные свидетельства, что на поездах по местной ветке катались в основном туристы – военные, грибники и лыжники. Начиная с 1933 года интенсивность движения начала падать. Территория принадлежала тогда Германии. После прихода к власти нацистов главный лесничий Рейха и министр внутренних дел Пруссии Герман Геринг отгородил эту часть Мазур Восточной Пруссии забором. Кроме охотничьих угодий, здесь находились армейские сооружения и ставка Гитлера. Въезжать сюда можно было только по спецпропускам и туристическим путевкам. Петка завершила свою жизнедеятельность в 1943 году, за год до прихода советской армии. Сейчас по мостам никакие поезда не ходят. Зато рядом проложен веломаршрут Р-65, с которого сотни велосипедистов заруливают сюда перекусить. Виадуки превратились в обычную смотровую площадку. На них даже рельсов нет. Но воображение они продолжают поражать. В 2003 году сооружения были проданы частному предпринимателю. Теперь посетители могут посетить мосты за небольшую плату, чтобы поближе познакомиться с этими высокими путепроводами. Эта часть Мазурского края называется «Горбатые Мазуры».
живописные холмы, поросшие лесом, вьющиеся по долинам, реки и чистые озера создают идиллическую картину.
Небольшой город Голдап, расположенный в 3 километрах от российско-польской границы. Сам городок, в котором не проживает и 30 тысяч человек, за последние годы подтянул свою туристическую инфраструктуру. На его окраине, прямо на берегу озера Голдап, 3 года назад образовался целый оздоровительный комплекс с соляными ингаляциями, залом для питья лечебных вод и курортный парк с чистейшим воздухом и пешеходными и велосипедными дорожками, а также площадками для конной езды. Как передает радио Ольштин, главным элементом здравницы в Голдапе стала 8-метровая градирня, специальная конструкция из хвойных пород дерева, предназначенная для накачивания соляного раствора. С ее помощью можно проводить ингаляции, богатые различными полезными микроэлементами, например, йодом, бромом, кальцием, магнием, железом и натрием. Для удобства размещения туристов в удобной доступности есть несколько гостиниц с небольшими ресторанчиками. Общая стоимость проекта 40 миллионов злотых, из них 34 миллиона выдал Евросоюз. Голдап имеет статус курорта уже 13 лет. Там находится бювет с минеральными водами, которые полезны при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени. Однако, пока город не стал популярным курортом, развивать оздоровительный туризм в Голдапе поляки надеются с помощью проекта малого приграничного передвижения. Сзади меня Херовина. Это стык границ Литвы, России и Польши. Польский полюс холода. Так называют северную часть Подляского воеводства региона Сувалки. Именно здесь регистрируют наибольшее количество дней в году с температурой ниже нуля и самой низкой средней летней температурой. Минимум минус 36 был зафиксирован в гмине Вижайны. В чем причина? Благодаря своему расположению регион Сувалки находится под влиянием как холодного воздуха со скандинавского полуострова, так и холодного континентального воздуха из Сибири. Благодаря этому, когда во многих районах Польши снег кот наплакал, здесь можно наслаждаться настоящей снежной зимой и ходить на лыжах. Вот еще одно интересное местечко. Этнографический отдел Августовского музея представляет народную культуру региона. Богатство разнообразных лесов и красота августовского пейзажа привлекают многих любителей природы. Поэтому Августовский лесной округ подготовил богатое образовательное предложение – лесной класс и 6 лесных учебных троп. На тропах установлены информационные щиты с описанием событий, указатели движения, описание флоры и фауны, а также напоминает об охране леса. Тропа начинается в Августове, на восточной окраине города, у Белого Августовского озера, у старой лесопилки. Этот лесной массив является убежищем для дичи. Когда-то здесь охотились на диких животных польские короли и литовские князья. Почти 85% Древостоя составляют хвойные леса, в которых сосна была доминирующим деревом в течение нескольких сотен лет. Особого внимания заслуживает ее местный сорт августовская сосна. Это исключительно высокий и плодородный подвид, прекрасно адаптированный к местным почвенным климатическим условиям. В некоторых частях леса сохранились даже 200-летние сосновые насаждения. В лесу Гушча, в Студеничне, установлены входные ворота в лесной образовательный центр. Напротив обустроено укрытие с местом для костра в окружении скамеечек. Памятник повстанцам 1864 года. Польское национальное восстание в 1863-64 году в Литве отмечается как самое крупное и продолжительное восстание партизанского характера.
Это национал-освободительное движение против России и Германии, аннексировавших земли Литвы, Польши и Белоруссии. Основные требования польских революционеров – восстановление Польши в границах до 1772 года, то есть включение у нее украинских, белорусских и литовских земель. Здесь же бывшие военные укрепления, реконструкции землянок времен Первой и Второй мировой войны, пройдя по которым можно проникнуться содержащейся в них историей. Пройдя по аккуратно проложенной деревянной пешеходной тропе через болотистую местность, можно подняться на невысокую смотровую площадку на Студеничанском пруду, полюбоваться озером и послушать звуки природы. Маршрут полностью адаптирован для всех возрастных категорий. Для прогулки необходима удобная обувь на резиновом ходу, компас, еда, вода, фотоаппарат, дрон или бинокль, вечером фонарик. Туристические тропы отличаются тематикой, продолжительностью пешей и на велосипедах. Помимо развлекательных, спортивных и учебных функций, напоминают и укрепляют патриотические традиции. И вот, утолив жажду красоты, мы выдвинулись к месту очередной ночевки. На этот раз это был агрокэмп в деревне Павловка. Ну что, местность очень-очень колоритная, поля, ветрячки. Хозяйка пани Эдвига очень гостеприимна, добродушна, очень хорошо готовит, так что всем рекомендую.